Всем привет, меня зовут Кирилл. Сегодня я расскажу вам о том, как я клеивал стеклотканью свой швертбот. У нас есть эпоксидка и отвердитель. Сейчас мы их замешаем и будем клеивать стеклотканью наш швертбот. Так, способ нанесения эпоксидной смолы на стеклоткань. Берем стеклоткань, разглаживаем ее на поверхности. Наносим эпоксидную смолу равномерно. Выгоняем воздух. Разравниваем, особенно в изгибах. Все, готово. Для начала вырезаю ткань нужного размера, укладываю ее, разглаживаю. Перед этим поверхность тщательно протираю от пыли. И наношу сверху эпоксидную смолу, разглаживая ее по всей площади. Теперь у меня появилась шлифовальная машинка, которой я могу обрабатывать стеклоткань после полимеризации смолы. Между первым и вторым слоем матуем поверхность и накладываем второй слой. В принципе, корпус швертбота не был ни разу на воде, но в силу того, что стоял на улице примерно около 5 лет, в него попадала вода, образовывался конденсат в разное время года, у нас возникло отставание стеклоткани на трансе. С запасом вырезаем поврежденную стеклоткань. Все тщательно шлифуем и наносим новую стеклоткань, предварительно прогрунтовав смолой поверхность.